Итак, мы продолжаем играть в Эверест, все та же гора. И после нескольких минут мучения я все-таки поднялся на вершину вот этого подъема. И что самое удивительное, менее опытные альпинисты смогли по ней спокойно добраться, подняться, а самые опытные как раз-таки не смогли. Я долго-долго мучился и все-таки решил пойти обходным путем. В итоге по этим двум ледяным подъемам я догнал своих товарищей. И теперь мы направляемся в лагерь. Тут, благо, нету никаких препятствий на пути, кроме небольшой ледяной пустыни. Надеюсь, ребята доберутся спокойно, без всяких проблем. После этого лагеря нам предстоит преодолеть еще постоянно кто-то заходит, кто-то мешает, опять техническая проблема, извините. Мы продолжаем играть. Альпинисты тем временем все еще направляются к лагерю. Надеюсь, сейчас немножко они передохнут. И мы отправимся в путь. Так, тут есть у нас один подъем, я вижу. Но там дождь идет. Я не хочу идти в дождь. Возможно, есть какой-то еще подъем. Не вижу. Может, тут. Сейчас мы это и проверим. Да, тут они могут забраться. Дождь идти. Ну, придется, видимо. Я не хочу там далеко и больно идти. Оттуда. Я выбрал для себя новую тактику. Убирание сразу 4 альпинистов. Надеюсь, оно получится. Получается, что сразу двум альпинистам мы помогаем, и они спокойно у нас поднимаются наверх, без всяких проблем, и канат даже не там. А напрягается больше всех, видимо, с альпинистом был. Так, тут у нас крутой какой-то подъем, он, по-моему, никуда вообще не ведет. Подъем, сюда и пойдем. Что-то потерял своих альпинистов. Давайте, ребята, поднатужьтесь, осталось совсем немножко. Наверное, 80% сюда прошли уже. В самом конце пути, я надеюсь, уже никто себе ничего не сломает. Ну, вроде бы без проблем уже. Я преодолел препятствия. Второй, третий, четвертый. Дальше тут тоже вроде бы небольшой подъем, проблем тоже не должно возникнуть. Так, я такой же тактики. Я отправил их передохнуть в этом лагере перед финальным рывком. Надеюсь, получится.
Что тут написано? Рекомендуем одеть зимнее снаряжение. Вот и самый неопытный у нас поднялся наверх первым. Второй. Третий. Ой, давай самого сильного, можно сказать, самого опытного, потому что ждем последний. Напрягается мы, как видим, больше всех. И все, наконец-то он поднялся. А, так это еще даже не финиш. А, да, вот это я облажался. Это не финиш. А как теперь мне что делать? Ах, вот я проглядел совсем. Не туда даже пошел, я думал, это финал. Концовка будет именно тут. Оказывается, а, вот она. Нам предстоит преодолеть еще два подъема целых. На этот раз мы пошлем за первого, самого опытного первым пошлем, да. Так, как? Что-то не понял, как тут нам спускаться еще ниже или что? А, вот сюда у нас, да. Есть подъем, как я его не увидел, не знаю даже. Надеюсь, это будет несложно и много времени у нас не займет. Так, сразу скинем канат, чтобы ребятам было полегче. Так, и тут мы пойдем сразу на следующий подъем, отправим его. Сами как-нибудь без него тут управимся, поднимемся. То, что он не обледенелый, поможет нам. А вот что-то проблемы возникли у нас. У американцев не может как-то подняться. Вдруг они не смогут подняться без него. Как-то они скучковались. В итоге самый такой неопытный у нас оказался. Ай, ай, ай.
Накормим наших ребят, чтобы все было. Первый зашел, второй поднялся, третий и все, мы закончили. Спасибо всем, кто смотрел данное прохождение, и до новых встреч.